«Война и мир», эпилог, часть 2, глава 6, краткое содержание. Причина события – не выражение воли имеющих власть, но есть некоторые условия. Это-то отношение лиц, приказывающих к тем, которым они приказывают, и составляет сущность понятия, называемого властью. Восстановив условия времени, при которых совершаются все события, мы нашли, что приказание исполняется только тогда, когда оно относится к существующему ряду событий. Восстанавливая же необходимые условия связи между приказывающим и исполняющим, мы нашли, что по самому свойству своему приказывающие принимают наименьшее участие в самом событии, и что деятельность их исключительно направлена на приказывание. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.